уважаемые коллеги, я хочу приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара, и поговорим мы сегодня с вами о полезных ресурсах для формирования универсальных учебных действий у школьников 5-9 классов, то есть основной школы, на уроках нашей любимой географии. Ну, я хочу сказать, что я без маски, потому что я нахожусь в студии одна, и поэтому могу это сделать. Значит, как я уже сказала, мы поговорим с вами сегодня о тетрадях, которые направлены на формирование универсальных учебных действий. Но начать я хочу с нескольких кадров презентации, которые вы потом можете воспользоваться. И, в общем-то, почему я это делаю. В прошлый раз мы говорили с вами об атласах проектных работ, но, к сожалению, в прошлый раз в презентацию я не включила коды, и IP-адреса, и, простите, email-адреса, которые, значит, по которым вы можете обратиться и купить эти пособия. И вот в этой презентации эта информация добавлена. Вы видите адреса магазина и, соответственно, можете ими воспользоваться. И еще проще вариант – это коды, которые я поставила, видите, к каждому атласу. И то же самое вы можете обратиться в издательство, если кого-то после нашего вебинара, и вообще вы уже видели, листали, интересуют вот эти пособия, атласы для проектных работ для учащихся 5, 6, 7, 8, 9 класса. Ну, заодно, так сказать, пользуясь моментом, я включила в эту презентацию еще одну серию учебных пособий, которая, может быть, в большей степени знакома учителям, потому что вышли эти пособия раньше. Это картографические тренажеры, направленные на формирование картографических умений учащихся. Они в большей степени посвящены именно умениям работать с картой, картами, вернее, и общегеографическими, физическими, тематическими. И действительно, вот такие вот целенаправленные пособия, но хочу подчеркнуть, что пособия универсальные. Вот в аннотации, например, я прочитала, что в большей степени они привязаны к классической линии учебников. Это не совсем так. Пособия универсальные, они могут использоваться с любыми учебниками, потому что, повторяю, с картой мы работаем вне зависимости от того учебного комплекта, который мы выбрали, и формирование картографических умений учащихся – это действительно универсальная группа действий, без которых невозможно овладеть географией как таковой по-настоящему. Поэтому пособия эти носят, повторяю, универсальный характер. Ну и сегодня мы поговорим с вами о тетрадях, которые создавались именно как сборники заданий и упражнений, прежде всего для формирования универсальных учебных действий средствами географии. И в этой презентации, вы видите, это отдельная тетрадочка на каждый класс основной школы. И здесь я тоже указала адрес, по которому вы можете, заинтересовавшись, приобрести эти пособия. И то же самое, вот они, QR-коды, которые тоже, в общем, на каждую тетрадь. И весь этот материал, соответственно, в общем-то, будет, вернее, уже есть в презентации, и, в общем, вы можете этим материалом пользоваться. Ну, а дальше я расскажу непосредственно об этих тетрадях. Если, может быть, среди слушателей есть кто-то, кто уже ими пользовался, а получилось так, что тетрадь для 5 класса, она вышла, пожалуй, на пару лет раньше, чем остальные тетради. Остальные вышли вот так сразу на вот эти 4 параллели. Может быть, если кто-то уже с этими тетрадями знаком и пользовался ими, вы напишите об этом в чат, поделитесь какими-то своими впечатлениями. Ну, а я, прочитав, смогу, в общем-то, сказать это и всем остальным слушателям нашего вебинара. Итак, по поводу этих тетрадей. Они тоже носят универсальный характер. Они не привязаны к какому-то конкретному учебному пособию. И задания, которые приведены в этих тетрадях, могут использоваться на уроках, могут использоваться для самостоятельной работы учащихся. То есть, в общем, достаточно широкий спектр их применения. Ну вот, с чего начать? У нас как бы две основные образовательные задачи, которые мы решаем средствами географии. Это, собственно, формирование предметных результатов обучения, знаний и умений, и формирование метапредметных результатов обучения, то есть их универсальных учебных действий, формировать которые география представляет нам очень и очень широкий спектр возможностей.
Ну и тетради, как, собственно, другие мои пособия, они построены на таком дидактическом принципе. У ребенка есть определенные знания. Знания разной глубины, может быть, разного объема, но, тем не менее, какие-то знания, от которых можно оттолкнуться. Знания эти могут использоваться им в процессе его деятельности, то есть от знания для того, чтобы их использовать, чтобы совершать какие-то учебные образовательные действия, и с помощью этих действий получать новое знание. То есть все задания, которые представлены в учебнике, они исповедуют деятельностный подход и ориентированы прежде всего на организацию познавательной деятельности учащихся. Это очень важный принцип, и этот принцип я, в общем-то, всегда подчеркиваю. Что еще общего я хочу сказать об этих тетрадях? И, в общем-то, что еще я вот расскажу, может быть, как-то в большей степени отдельно о каждой тетрадке, для того, чтобы представить, что же, собственно, в них и чему они посвящены. Вот общее что? Мы работаем с понятийным аппаратом, но, наверное, в каждом курсе географии, начиная с 5 класса, мы можем найти понятия, которые как-то вот, получается, они необходимы, но в силу разных причин мы иногда не обращаем на них внимания, а воспринимаем их как само собой разумеющиеся. Типа, ну что здесь вообще сложного, что здесь непонятного, и вроде как это вот ребята знаниями этими по каким-то причинам должны обладать. Вот мне кажется, что к числу таких понятий относятся, как ни парадоксально, географические объекты, явления и процессы. Потому что это термины, которыми мы постоянно оперируем, а вот проверяем ли мы, что же, собственно, стоит за этими терминами в головах у учащихся, и почему иногда мы не получаем ответы на, казалось бы, очень простые вопросы. Вот, мне кажется, это такой предмет своего рода небольшого педагогического исследования. И вот тетрадь для 5 класса, начинается она с парочки заданий о том, что такое география и что она изучает. А вот буквально следующее задание – это как раз изучение учащимися, что такое географический объект, что такое географическое явление, что такое географический процесс. И вот, как я уже сказала, все задания, они носят деятельностный характер и предполагают именно самостоятельную деятельность, самостоятельную под руководством учителя, но деятельность учащихся. И что еще очень важно, в работе с этими тетрадями, например, чтение рассматривается действительно как метод получения нового знания. Потому что прочитать задание, понять его содержание и дальше ответить на соответствующие вопросы – это как раз вещь очень необходимая. А начинать эту работу, начиная изучать географию, собственно, в 5 классе, тоже представляется очень целесообразным. И вот сейчас я предлагаю вам проделать, собственно, это задание – как бы за пятиклассников. Вот что такое географический объект, да? Первое, что нужно, что предлагается сделать? Прочитайте текст. Прочитайте текст и найдите в этом тексте и запишите в колонке справа, в тетради место для этого выделено, какими признаками обладает Земля как географический объект. Ну вот, я думаю, что, так сказать, пока я вот это все произносила, вы уже текст глазами прочитать успели. И вот я думаю, что вы согласитесь с тем, что текст этот понятный, текст этот доступный, текст этот содержит фактические знания о планете Земля. И, собственно, какие признаки может выделить ученик на основе этого текста? Ну вот следующий кадр позволяет вам проверить то, что вы сделали. То есть, когда мы говорим о Земле как географическом объекте, мы можем понять, что, в общем-то, есть форма у объекта, есть какие-то размеры, характеризующие его, есть площадь, если речь идет о таком объекте, как Земля. Земля занимает определенное положение в пространстве, и, следовательно, географический объект занимает какое-то положение, где-то находится, да, и, наконец, у него есть возраст. И вот, пожалуйста, вам, я думаю, что
Задание это несложное, и я думаю, что, в общем-то, в настоящий момент, как бы мы не ругали иногда наших пятиклассников, которые, понятное дело, значит, бывают хуже, чем пятиклассники какой-то нашей далекой вот такой вот молодости, потому что всегда поколение определенное говорит, что вот нынче там и прочее. Но я думаю, что даже, в общем-то, что называется, пятиклассники, которых мы считаем самыми слабыми, но, тем не менее, они в состоянии выделить те признаки объекта, о которых в данном случае идет речь. А вот дальше возникает следующий момент. Что делать с этими знаниями? Вот уже в начальной школе ребята знакомились с материками и океанами, хотя тоже, в общем, как-то иногда не очень-то получить можно от них ответ вразумительный, что такое материк, что такое океан. И, тем не менее, пожалуйста, вам продолжение задания. Материки Земли – географические объекты. Поверхность неровная, на ней, опять-таки, вот гигантские заполненные водой впадины океаны и вот возвышающиеся огромные участки суши, материки, крупные массивы, большая часть которых поднимается над поверхностью океана. А вот дальше возникает следующий очень важный вопрос. Выбери материк и расскажи о нем как о географическом объекте. И вот что здесь важно, что с точки зрения содержания учебного задания? Еще один вопрос, который можно задать ребенку в случае затруднения. О чем ты будешь рассказывать? Если это географический объект, что можно о нем сказать? И, конечно, мы ожидаем, что ребенок держит в голове предыдущее задание и соображает, что ну, если есть материк, значит, какая-то форма у него есть. Значит, я что-то об этом должен и могу сказать. У него есть какой-то размер. Вы скажете мне, вряд ли пятиклассник назовет в этой ситуации, значит, вряд ли нам пятиклассник назовет в этой ситуации величину в миллионах километров. Ну, не надо. Он может сказать, что вот я вижу, что если я выбрал Евразию, то она вот самая большая, а вот Австралия, она самая маленькая, а вот Африка, она вроде как меньше, чем Евразия, но больше, чем Австралия. То есть что-то о размерах материка, который он выберет, наш ученик, глядя на карту, все-таки сказать может. Дальше, например, какое положение она занимает. Все-таки в начальной школе какие-то элементарные пространственные ориентиры север, юг, запад, восток, в общем-то, у ребят сформированы. И поэтому, если нам ребенок, пусть даже где-то с ошибкой, но скажет, что вот к югу от Евразии находится, то, в принципе, это тоже определение географического положения в пространстве. Да, я согласна, что на этом этапе он нам вряд ли что-то скажет про возраст материка, но, так сказать, не скажет и не скажет на этом этапе, скажет в будущем. То есть вопрос здесь заключается в чем? Если я, как ученик, понимаю, что географический объект обладает теми или иными признаками, то, значит, я могу выстраивать и анализировать эти признаки применительно к любому географическому объекту, который я буду изучать. И вот это мне представляется чрезвычайно важной вещью, чрезвычайно важным с точки зрения значения этого задания. Потому что, к сожалению, мы встречаемся и в 8 классе, и в 9 классе, задавая тот или иной вопрос, мы наталкиваемся на встречный. А что я должен говорить? О чем я могу рассказывать? А что? Вот вы мне подскажите, дайте план и так далее. А мне кажется, задача вот формирования универсальных действий, она как раз во многом заключается в том, что мы обучаем ребенка находить те признаки, которые присущи тому или иному изучаемому географическому объекту. Более того, я скажу, что, на мой взгляд, у нас есть совершенно чудовищная вещь, как, например, в некоторых учебниках планы характеристики, планы описания материка или океана, которые встречаются не в большей, не в меньшей степени в 7 классе. И тогда получается, что фактически 3-й год, изучая географию, 3-й год, говоря о материках и океанах с разных сторон, у нас что, ребенок до сих пор не соображает, а что вообще я могу сказать про океан? Я что, так сказать, мне нужна какая-то дополнительная опора и подсказка, чтобы я сообразил, что мне нужно рассказать о его элементарном географическом положении или сравнить его по размеру с другими океанами? То есть, понимаете, вот мне кажется, что в этом отношении иногда мы какую-то вот такую вот, ну, разматическую вещь сами планируем в обучении, а потом удивляемся, почему они нас в 9-м спрашивают, про что говорить, что-то я вообще не соображу сам. Поэтому вот повторюсь, что вот это задание о том, что любой географический объект обладает определенным набором признаков, а по мере изучения географии, естественно, комплекс этих признаков будет расширяться,
и мы будем выходить уже на какие-то большие вещи, характеризующие тот или иной географический объект. Но начинаем мы именно с этого. Начинаем мы с того, что мы приучаем ребенка соображать. Следующий вопрос. Что такое географическое явление? Да? Вот тоже тот же метод изучающего чтения. Ребят, пожалуйста, прочитайте, сказал бы я на уроке. Ну, прочитайте сами. Если у меня нет уверенности в том, что каждый за это отведенное время успеет прочитать сам и разобраться сам, можно воспользоваться чтением вслух и попросить прочитать этот текст кого-то из ребят. Но главное, что текст этот прочитан учениками. Я ухожу всячески от роли учителя, который бесконечно объясняет, втолковывает, вразумляет. Значит, что там еще, какие глаголы на этот счет мы с вами можем подобрать. Пусть ребенок привыкает, что он работает сам. И именно в процессе его деятельности, посильной, самостоятельной деятельности, он действительно получает свои знания. И вот, пожалуйста, прочитайте текст. Да, происходят у нас разные природные природные явления. Землетрясение, извержение, дождь идет, снег идет. Что сразу в этом тексте? Какие признаки явления? Явление имеет разную продолжительность. От перемещения земной поверхности вот, во время землетрясения, которое длится доли секунды, до дождя, всем нам знакомого, который может продолжаться иногда несколько часов, а то и несколько суток. Но и то, и другое имеют начало и имеют конец. И, следовательно, возникает тоже очень важный момент. Географическое явление характеризуется тем, что мы можем его наблюдать. У него есть начало, у него есть окончание явления. Да? Дальше. Что еще? Если мы можем его наблюдать, значит, по меньшей мере, мы можем его видеть. А если мы его видим, то мы выходим на целый набор признаков, которые мы можем увидеть. Мы можем услышать некоторые явления. Мы можем почувствовать некоторые явления. То есть мы апеллируем в данном случае к органам чувств ребенка, которые тоже дают ему в дальнейшем основу для набора признаков, характеризующих те или иные географические явления. Ну и дальше, значит, в задании встречается несколько уже более таких вопросов, направленных на применение знания. Вот сколько может продолжаться? И вы видите в качестве примера явления, которые приведены в тетради. А вот дальше, пожалуйста, приведи примеры явлений, которые тебе удалось наблюдать. Какой период времени они продолжались? То есть мы акцентируем внимание на тех явлениях, которые ребенок видел в своей жизни и на которые в данном случае он может посмотреть уже с другой, но если хотите, какой-то вот такой вот научной, а не бытовой точки зрения. Ну и, наконец, третье обещанное понятие для знакомства с пятиклассниками – это что такое географический процесс. И вот в данном случае мы говорим о том, что мы впрямую наблюдать не можем, потому что геологический процесс, любой процесс природный, настолько вещь длинная, что наблюдать его окончание и наблюдать его начало человеку не под силу. Что мы можем наблюдать? Мы можем наблюдать результат. Мы можем ощущать, мы можем изучать этот результат. Ну вот, пожалуй, наиболее такой здесь понятный ребятам пример, в силу того, что уже изучалось на уроках географии, с чем они знакомились. Например, это выветривание. Например, это объяснение наших вопросов, связанных с почвообразованием, потому что о почвах они тоже говорили на уроках окружающего мира, например, в начальной школе. Мы можем найти, привести какие-то другие примеры процессов, но вот это понимание, что явление мы наблюдать можем, и, соответственно, и процесс как нечто более длинное, где мы говорим уже о результате, вот вам, пожалуйста, уже те принципиальные различия, которые существуют между этими географическими понятиями. И таким образом, уже в самом начале изучения курса 5 класса, мы, по крайней мере, знакомим ребят с тем, что вот у нас есть явление, и, соответственно, что мы можем делать с этими вещами. Вот у нас есть процессы, которые мы будем изучать. Ну и больше всего, наверное, мы будем уделять внимание географическим объектам. И опять, вот вам, пожалуйста, что такое географический объект? Это, соответственно, тот набор признаков, с помощью которых мы в дальнейшем можем его описать, охарактеризовать, сравнивать и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот вам пример заданий.
которые есть в тетрадке пятого класса, собственно, с чего начинается тетрадка пятого класса. И это представляется мне очень важным с точки зрения, с одной стороны, действительно формирования географических знаний как таковых, потому что мы устраняем возможность дальнейшего непонимания каких-то возможных будущих ошибок, завязанных просто на неправильном толковании терминов, которые мы постоянно в дальнейшем будем употреблять. И, значит, с точки зрения формирования универсальных учебных действий, мы сразу даем ребенку своеобразный ключ. А что я могу делать? Как я могу находить? Как я могу выстраивать свой ответ? Ага, вот я могу говорить о вот этой группе признаков. Вот я могу говорить о том, что я вижу, наблюдаю, потому что я, ну, как бы вот, если я вижу, то я, соответственно, что-то вижу и могу опять-таки об этом говорить. Дальше тетрадь посвящена в большей степени таким вопросам, как знакомство с методами познания окружающего мира. Потому что этими терминами мы тоже, в общем-то, во все апеллируем, но иногда мы не доходим до, так сказать, такого вот кропотливого объяснения, что же за этим стоит. И вот вы видите на экране перечень методов познания, с которыми ребята могут познакомиться, выполняя задания в тетради. Каждый из этих методов определяется, то есть что такое наблюдение, что такое описание, что такое аналогия как метод исследования. Вполне простым доступным языком разъясняется содержание этих терминов. Но а самое главное, что каждый из этих методов расшифровывается учебными заданиями, когда вот, пожалуйста, вам в процессе наблюдения, пожалуйста, значит, вот посмотрите, выполните учебное задание и придите к определенному выводу. Дальше, например, вот измерение упоминается, да, рисунки в тетради, когда линейка, когда маленькие обломочки горных пород, и когда мы можем сказать, ага, вот измерь размеры песка, измерь размеры гравия, посмотри, чем отличаются, что такое крупнозернистые, что такое мелкозернистые обломочные горные породы и так далее. То есть в данном случае мы оперируем методом измерения. Дальше, например, аналогия. Ну вот, я давно очень использую эту сказку, потому что, мне кажется, она совершенно уникальна и прекрасна с географической точки зрения. Это сказка о самой большой юрте, когда речь идет о вулканах Камчатки, вот в такой интересной фольклорной трактовке. И вот аналогия, когда старик со старухой сидят в этой самой большой каменной юрте и никак не могут растопить очаг, а в конце концов этот очаг растопился и над юртой стал куриться не просто дым, а, так сказать, нечто большее, то вот эта вот прекрасная аналогия с вулканическим извержением, которая, что еще немаловажно, очень доступна пониманию пятиклассников. И вот на этом примере мы можем объяснить им, в общем-то, что это за метод, метод познания. И дальше рассматриваются в тетради задания, связанные уже с темами курса пятого класса, где какие-то задания по литосфере даны, но задания эти ориентированы именно на тот метод познания, на один из методов познания, который представлен в тетрадочке в предыдущих задачах. Вот таким образом построена тетрадь для пятого класса. И подбирать эти задания, использовать эти задания можно, повторяю, на уроках, можно предлагать в качестве самостоятельной деятельности учащихся. Но, конечно, более эффективно, если какие-то из этих заданий используются на уроке, соответственно, проговариваются, рассматриваются, и поверьте, что, в общем-то, они дают очень хороший эффект с точки зрения формирования и географических знаний, и формирования универсальных учебных действий. Итак, это тетрадь пятого класса. Что в тетради шестого класса? Мы говорим о разных видах научных знаний. В принципе, об этих видах научных знаний мы говорим, в общем-то, в каждом курсе на всем изучении на протяжении всего изучения географии. Но я думаю, что
не ошибусь и никого не обижу, если скажу, что как-то, в общем, не слишком системно у нас это получается. То есть как-то вот отрывочно мы вот то там упоминаем теоретические знания, то, значит, вот какую-то другую группу знаний. То есть когда нам встречается то или иное задание, мы вот как-то вот говорим, да, вроде как вот это вот фактическое, вроде как вот это понятийное. Вот что хотелось сделать в тетради шестого класса. Как-то систематизировать эти вещи и познакомить на доступном ребенку материале, познакомить их с видами научных знаний, тут же позволяя применить это новое теоретическое знание на практике для достижения уже нового знания. Ну вот эмпирические, которые мы получаем методом наблюдения, измерения, эксперимента и так далее, и теоретические знания. И что у нас идет дальше? Вот, например, есть научный факт, есть научное понятие. Есть такая форма теоретического знания. И вот в тетради предлагается следующее построение учебных заданий на примере вулканов. Потому что явление это яркое, явление это понятное в определенной такой доступности учащимся. Они знакомы, как правило, в общем, с этим явлением, что позволяет уже перевести его на какую-то более такую действительно хорошую теоретическую основу. Вот что делается в начале? В начале мы говорим о вулкане как географическом объекте. В начале мы говорим о вулкане в задании и о его основных признаках. Повторяю, вулкане, а не географических извержениях. То есть чаще всего это кора, это гора конической формы, у которой есть кратер, у которой есть склоны, значит, есть жерла, которые уходят в глубину, через которую поднимаются продукты вулканических извержений. То есть вот эти общие признаки вулкана как географического объекта. Что делается дальше? Предлагается учебное задание, есть рисунок, значит, внешнего, изображающий внешний вулкан Везувий. И ребята рассматривают, говорят, ну да, вот все, так сказать, кратер есть, склоны есть, гора конической формы. То есть, в принципе, в общем, Везувий – это действительно пример вулкана как географического объекта. Следующий пример. Есть вулкан Эльбрус. Что есть? Ага, оказывается, две вершины. Оказывается, соответственно, два кратера. Оказывается, два жерла, из которых, как свидетельствуют исторические источники, извергались в разное время, извергался вулкан и выливалась лава. И потоки лавы, которые есть на одном склоне и на другом склоне, имеют несколько разный возраст, что, собственно, и позволяет сделать подобные выводы. То есть мы говорим о понятии, о его существенных признаках, как обобщающего понятия вулкан. И мы говорим о конкретных особенностях Везувия, мы говорим о конкретных особенностях вулкана Эльбрус, ну и для желающих, которые могут уже дальше самостоятельно посмотреть о конкретных особенностях, например, вулкана Казбек, и тем самым представить себе, что мир, в общем, достаточно сложен, что есть общее понятие, есть общие признаки, присущие всем вулканам, но есть индивидуальности, которые позволяют нам различать и отличать один вулкан от другого. И дальше в тетради есть описание вулканических извержений, где тоже мы можем вот эту вот особенность градации понятий ребятам помочь понять и помочь с ней разобраться. Вот, пожалуйста, вам пример работы с теоретическим знанием, фактическим понятийным знанием. Что еще есть в тетради шестого класса? Вот, как правило, мы через запятую произносим факты, понятия, представления. Но даже в нашем собственном понимании, а дальше уже, соответственно, и в тех заданиях, которые мы предлагаем учащимся, есть ли вот это развлечение, что такое понятие, что такое представление. Поэтому я сочла нужным в тетради вот это все-таки разъяснить и вот эти различия показать. Представление – это мысленный образ географического объекта, явления. Вот пример. Да, мы наблюдали радугу, и мы спустя какое-то время, когда сама радуга уже исчезла, но, в принципе, мы можем представить себе ее, мы можем, если хотим, даже нарисовать ту, как мы ее видели, и мы можем описать ее.
И вот в данном случае мы будем говорить о представлении памяти. Когда мы говорим, о, я там вот радугу вчера видела, она вот такая яркая была, она прям вся вот дугой полной вообще, значит, проявилась. Или наоборот, когда мы увидели какую-то другую бледную, какими-то фрагментами отдельными вот такой вот, значит, линии, уходящую куда-то ввысь, и окончание вот этого, вот этой полуокружности радуги мы видеть не могли. Но вот в том или ином случае мы оперируем такой важной вещью, как представление памяти. Мы видим, как выглядела радуга, и мы можем описать ее на основе этого. И точность нашего описания будет в данном случае зависеть от нашей наблюдательности, от того, что мы по-настоящему увидели и что мы в своей памяти сохранили. Есть другая вещь. Мы можем, у нас есть представление о том, что такое радуга. И если нас попросить, например, представить радугу зимой, то я думаю, что мы справимся с этим, потому что у нас есть какая-то опора, плюс у нас есть какое-то воображение. И в данном случае мы можем нарисовать какой-то свой образ явления, но это будет уже несколько другое, это будет представление воображения. Потому что для нас будет какой-то обобщенный образ радуги, который мы вот в данный момент сочтем возможным изобразить. Ну и, наконец, у нас есть представление фантазии, когда мы изображаем какой-то невидимый нами ранее объект, какое-то невидимое нами явление, но, опираясь на имеющиеся у нас знания о другом, тем не менее, мы фантазируем, мы представляем себе что-то. И вот мне кажется, что в изучении географии вот учительское понимание вот этих вещей, оно чрезвычайно важно. Потому что иногда мы даем ребятам какое-то проектное задание, и с точки зрения методической это проектное задание, но, простите за такое сравнение, оно вот из серии «пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что». То есть вот типа «нафантазируй сам». И иногда проекты, ребят, которые мы получаем, они либо полностью списаны откуда-то, либо они представляют собой явную попытку сделать что-то самостоятельное, но попытку не слишком удачную, потому что ученик не очень понимает механизма. С одной стороны, что от него требуется, а с другой стороны, как ему этого требуемого достичь и на чем, собственно, по-настоящему построить свою фантазию. И вот если мы, на мой взгляд, понимаем вот этот механизм представления памяти, представления воображения, и, как правило, это следующий этап, фантазия, которая тоже опирается на все-таки что-то, это не фантазия просто, как иногда мы в просторечии говорим, от фонаря, то тогда это будет действительно методически просчитанным заданием, которое ребенок может действительно выполнить, представив нам какой-то качественный образовательный результат. Да, каждый ученик свой разный, разный по глубине, по, так сказать, объему выполненных действий, но, тем не менее, все-таки свой собственный, осознанный, качественный результат. Поэтому вот, пожалуйста, возвращусь немножко, да, например, виды теоретических знаний, фактическое знание, и мы представляем себе, что это может быть, например, высота вулкана, например, дата извержения вот этого катастрофического извержения Везувия, когда оказались залиты лавой, засыпанные пеплом, например, та же Помпея и Геркуланум. Да? Это факт о том, что у Эльбруса две вершины. Это факт высота того или иного вулкана. То есть это понимание, что такое фактическое знание. Дальше. Это понимание, что такое понятийное знание. Причем это понятие единичное, Везувий, и это понятие общее, вулкан как географический объект и извержение вулкана как своеобразное географическое явление. И это вот эта триада представления, которые могут быть разными с точки зрения тех действий, которые мы совершаем, формируя представление о том или ином географическом явлении. Дальше что у нас появляется? Например, у нас появляются подходы к дальнейшему формированию понимания, что такое закономерность. Закономерность как общая особенность строения географических объектов или как постоянно формирующаяся взаимосвязь явлений. И вот в данном случае пример, который приводится в тетрадке 6 класса.
Ну вот какие примеры закономерностей мы можем предложить шестиклассникам? Вот, пожалуйста, рисунок, касающийся внутреннего строения Земли. Когда мы четко представляем себе этот схематический рисунок или этот какой-то, может быть, яркий такой наглядный рисунок, показывающий нам объем явления, когда у нас есть ядро, у нас есть, соответственно, вокруг мантия, у нас есть, соответственно, вокруг земная кора, и если мы еще добавляем литосферу как верхнюю часть мантии и земную кору. Какое строение имеет Земля? Вот, значит, окружности, вписанные друг в друга. А вот, например, если рядом поместить рисунок строения атмосферы. В принципе, начинающие изучать географию в шестом классе, ребята знакомы с общим строением атмосферы. По крайней мере, они понимают, что она окружает земную поверхность. То есть мы опять говорим об окружности. И дальше у атмосферы есть оболочки, и уж я надеюсь, что такую из них, как тропосферу, ребята из курса окружающего мира все-таки о существовании, которые знают и понимают. То есть, по крайней мере, этот термин в их речи прозвучит. А вот дальше, если мы представим себе два эти рисунка, нарисованных вместе, то тогда мы можем предложить ребятам, а вы видите какую-то закономерность? И когда они говорят, ну да, получается, то, что вот и литосфера, вот, они, может быть, не скажут, но они нам руками покажут, что вот ядро, вот мантия его окружает, вот опять же земная кора, и вот атмосфера, внешняя оболочка Земли, которая окружает Землю со всех сторон, а сама атмосфера, которая состоит из отдельных слоев тропосферы, стратосферы, высоких слоев и так далее. То есть вот та закономерность общего строения географических объектов, которая, в принципе, совершенно очевидна шестиклассникам, причем, что интересно, она очевидна с точки зрения тех знаний, которые они уже имеют, начиная с курса окружающего мира, но которые, тоже интересный факт, мы пропускаем с точки зрения возможности формирования закономерностей. Вот это доступное ребятам, вот этот доступный ребятам пример, он как-то вот не приходит нам в голову в качестве иллюстрирующего примера закономерностей. А вот какие-то там, я не знаю, литосферные плиты, перемещения, то другое, что, в общем, понять трудно, поскольку это не представить себе, если это рисунки, то это какие-то более сложные рисунки, то там вот мы почему-то начинаем формирование вот этих вот теоретических знаний. То есть вот в данном случае в тетради я пыталась соблюсти вот такой классический дидактический признак от простого к сложному, где, соответственно, мы можем вот эти вот вещи формировать. То есть факты, понятия, представления, закономерности, а через них уже выход на целую систему действий. Что такое описание? И вот описание научного понятия, описание закономерности, что такое характеристика и чем она отличается от того же описания. То есть все вот эти вопросы на конкретных наглядных примерах, они, в общем-то, в тетради для шестого класса представлены. Что еще? Дальше все, значит, дальше учебные задания, которые привязаны четко к темам шестого класса. И вот, например, если мы говорим о географических объектах, явлениях и процессах в гидросфере, например, в Мировом океане, то вот вам, пожалуйста, когда мы можем говорить о круговороте воды и рассматривать это именно как процесс со всеми его возможными последствиями и, значит, причинами и сутью этого процесса. Мы говорим о ветровых волнах как явлении, где мы можем говорить о причинах, о следствиях, мы можем давать о характеристиках, которые мы можем получить в результате измерения. Да? Мы говорим о цунами как географическом явлении, где опять у нас причина, следствие, размеры этого явления. Пожалуйста, вам поводы для сравнения ветровых волн с цунами по высоте, по происхождению, по масштабам действий, по последствиям. То есть у нас здесь целый набор признаков, которые, в общем, совершенно очевиден учащимся. Дальше, например, если мы говорим о географических явлениях и процессах, которые происходят в атмосфере, то, пожалуйста, что такое ветер как географическое понятие, как он образуется как явление географическое, которое мы можем наблюдать, потому что ветер начался, ветер стих.
Опять возможные причины, следствия, сила ветра и так далее, и так далее. Ну и если мы рассматриваем, например, пожалуйста, ветер как общее понятие, обладающее определенными признаками, то что такое бриз, как частный вид ветра? И какими признаками отличается бриз, почему мы можем его таким образом назвать? И что такое муссон? И с одной стороны, что такое муссон, как опять-таки частный вид ветра, как понятие другого ранга. И в то же время мы можем сравнивать, например, тот же бриз и муссон между собой и опять находить какие-то конкретные и, в общем, достаточно понятные признаки для сравнения. То есть я хочу сказать, что все примеры заданий, которые приведены в тетради 6 класса, они как раз направлены на то, чтобы не изучить ветер как таковой сам по себе, и не просто там в очередной раз проговорить с ребятами про ветровые волны, большинство из которых, кто побывал на море или там на озере, реке, все-таки вот, ну, как бы в природе их видел, встречал и с ними определенным образом знаком, а подвести это действительно под понимание понятия, понимание явления, связанное с этими географическими объектами. То есть систематизировать именно с точки зрения теоретического знания, давая опять-таки ребятам ключ к работе, к изучению других географических объектов, явлений, да, собственно, в дальнейшем и не только географических, а вообще как таковых природных объектов, явлений, и даже не столько природных, но и социальных. Потому что мы говорим и о населении, мы говорим и о хозяйственной деятельности людей в курсе географии в большей степени в той или иной теме. То есть мы действительно формируем у ребят универсальные учебные действия, то, что называется сейчас soft skills, мягкими, такими мягкими действиями, мягкими умениями, которые можно переносить уже, в общем, в самые широкие сферы учебной, образовательной и прочей деятельности. То есть вот особенность тетрадки 6 класса. Тетрадь 7 класса – это изучение главных закономерностей природы Земли. Ну, тетради вышли несколько лет назад, они, безусловно, связаны содержательно с новой программой, которая нам предложена, программой, которая, как я вот уже в прошлый раз упоминала, начинается с совершенно убийственной темы, которой, на мой взгляд, 7 класс должен завершаться, это географическая оболочка, потому что для того, чтобы понять, что такое географическая оболочка, все-таки семиклассникам еще с очень большим процентом такого конкретного мышления нужно набрать просто фактический материал, эмоциональный материал для того, чтобы понять, как это вообще все в природе связано. Но, тем не менее, вот первая тема в программе – нынешняя географическая оболочка, дальше, значит, вот литосфера, атмосфера и прочее все. Ну и, в принципе, в тетради 7 класса эти задания есть. Они начинаются с знакомства с литосферой, с теорией литосферных плит. Вы видите вот фрагмент задания, и ребятам предлагается с карандашом в руке прочитать текст, фрагмент текста из книги «Возникновение материков и океанов», то есть, в общем, прочитать короткие тексты, написанные самим Вегенером, и тем, как он формировал вот эту самую теорию, которую он называл теорией перемещения, и которую в нынешнем ее варианте мы изучаем в качестве теории литосферных плит. Но я хочу сказать, что вот это задание может быть использовано по-разному. Его можно использовать на уроке, его можно использовать в качестве опережающего задания. Можно дать, например, ребятам прочитать его самостоятельно или дать его прочитать, например, какой-то части учащихся и предложить им на уроке выступить с коротким информационным сообщением, вот что все-таки говорил Вегенер и как вот эта его теория перемещения в дальнейшем получил продолжение, получил развитие, когда появились новые факты о строении прежде всего морского дна, океанического дна, и как, собственно, вот это все в дальнейшем и формировалось, и происходило в головах ученых, а теперь вот, собственно, то, что мы сейчас изучаем на уроках школьной географии. Поэтому что здесь? Здесь чтение изучающее сохраняет свою роль, как способ получения нового знания и осмысления, в общем-то, того, что мы изучили. Вот что еще? Это речевое развитие учащихся.
И вот я сейчас сказала о том, что это может быть опережающее задание, это может быть короткое сообщение, но в тетради приведены такие более уже в расширенном виде варианты, как, например, подготовить монологический ответ. Я называю его в данном случае «громко речь», значит, как вид монолога, в котором обращается говорящий к аудитории. И даже, в общем, вот предлагаю семиклассникам такие разные варианты, потому что цель обращения может быть разная, она может быть просветительской, агитационной, образовательной. Дальше приводятся примеры структуры речи, что начинаться она должна с вступления, пусть это будет там всего одно предложение, что обязательно требуется кратко пояснить, о чем, собственно, идет речь. То есть я привожу фрагмент здесь на экране, в тетради это написано достаточно подробно. Но я сейчас хочу обратить внимание вот на что. Вот цель выступления может быть разной. Она может быть просветительской, она может быть агитационной, там, и так далее, и так далее. И вот как, например, разнообразить содержание урока и, с другой стороны, разнообразить и задать какую-то более узкую цель выступления того же учащихся. Вот, пожалуйста, три человека прочитали у вас, например, вот этот короткий, на самом деле, там на полстранички фрагмент из книжки Вегенера. И вы даете ребятам задание, буквально вот вам информационное, вот мини-речь. То есть у вас должно быть предложение вступительное, у вас, значит, должно быть какое-то вот обращение приветствия, там одно предложение. Дальше в 4-5 предложениях вы излагаете суть вашей речи, и заключительное предложение вы подводите итог, что вот вы сказали то, что вы считали необходимо сказать, а закончили не потому, что вам больше сказать нечего. Даже если так, то я всегда обращала внимание, ребята, и учила их тому, что даже если вам действительно больше нечего сказать, вы все равно говорите красивое заключительное предложение, показывающее, что я сказал все, что считал нужным сказать в данной ситуации. И вот, например, у вас три ученика, которым вы дали это задание, но чтобы ответы эти не повторялись, вы даете задание. Твоя задача – это агитационная речь. Ты агитируешь прочитать самостоятельно книжку Вегенера, и информация об этой книжке должна носить именно агитационный характер. Задание второму ученику, например, ты должен просветить аудиторию, представляя, что она ничего не знает ни о Вегенере, ни о его теории перемещения, и задача твоя иная. И вот из числа предложенных возможных вариантов цели обращения вы выбираете несколько, даете ребятам эти разные задания, и тем самым у вас меняется картинка и меняется содержательная деятельность урока. Вроде как про одно и то же, но это будет звучать совершенно по-разному. Это будет живо, это будет весело. И веселье в данном случае, это я расцениваю как очень-очень положительный момент содержания урока, потому что изучать можно действительно вот не только там вот напрягая в морщинах лоб, но делать это гораздо более весело, эмоционально и интересно. И вот использовать вот эту вот разнообразную цель обращения. Ну, в данном случае я говорю о Вегенере, потому что упоминала предыдущее задание. Но, в принципе, ведь это можно применить практически к любому заданию, практически к самым разным вариантам монологических ответов, которые мы предлагаем учащимся. И тогда мы тем самым тоже формируем очень важное умение. Дорогой, тебе предстоит обращаться к аудитории. Ты отдаешь себе отчет, с какой целью ты обращаешься? Что ты хочешь показать своим выступлением? И тогда уже, может быть, ты будешь подбирать какие-то, обращалась бы я к ученику, какие-то другие слова, выражения, интонации для того, чтобы выполнить ту задачу, которая перед тобой поставлена. Ну вот, вы видите на экране некоторые темы тетради для 7 класса. Я хочу обратить внимание на задание по населению, потому что и в современной программе есть тема населения, одна из первых, получается, там «Человечество на Земле». Вот задачи, направленные на изучение стран мира по численности населения, сравнение по ожидаемой продолжительности жизни. Вы видите топ-10, вы видите, в общем-то, ну вот пример заданий, которые есть. Уверяю вас, они на доступном для семиклассников содержании. Это не задание, которое
которые из 10 класса, когда мы изучаем население мира как бы несколько по-иному. Ну и задания, которые привязаны к конкретным материкам, но которые позволяют то, что соответствует нынешней теме в программе «Страны и народы», когда рассматривается та или иная проблема, связанная с географией того или иного материка, и предлагается, в общем-то, действительно рассмотрение этой проблемы. И, повторяю, возможны самые разные задания, от таких небольших просто заданий на обсуждение на уроке, несколько минутного, до проектной работы, хорошей, серьезной проектной работы, над которым ученики могут работать уже более, скажем так, длительное время. Вот. Это касается тетради 7 класса. Тетради 8 и 9 класса. Там, соответственно, идет опора на то, что ученики четко представляют себе, какие виды знаний существуют. Они представляют, что можно сделать с типами теоретического знания, с теми же фактами, с теми же понятиями, чем описание отличается от характеристики с помощью варьирующих существенных признаков. То есть, безусловно, значит, опора на, повторяю, универсальные учебные действия, сформированные в курсе 5, 6, 7 класса, оказываются не лишними. С другой стороны, я всегда сторонник принципа, что вот ребенок вроде как должен это знать, но с другой стороны, должен тоже такой, в общем, глагол немножко, который мы по-разному характеризовать можем, а с другой стороны, ну вдруг забыл. Ну, вдруг по тем или иным причинам вот провал у него в этом знании. Поэтому я всегда стараюсь предварить задание в тетради вот этой, если хотите, необходимой такой теоретической подпоркой. То есть я все равно в тетради 8 класса включаю, например, определение, что такое понятие, что такое фактическое знание, что такое закономерность. Занимает это немного времени, но это я веду к тому, что даже если ваши ученики не изучали географию, опираясь на тетради 5, 6, 7 классов, то это не мешает вам начать с восьмиклассниками использовать тетрадь для 8 класса. Так же, как начать эту работу с, ну, фактически с любого класса. То есть, конечно, идеально, если начинаем с 5 и ведем на 9. Но я как бы не сторонник того, что если сейчас вы работаете с 8 классом и 3 года вроде как нет, то не стоит и браться за эти тетради. Нет, я хочу сказать, что браться за эти тетради, на мой взгляд, стоит, потому что все равно они позволяют работать над формированием универсальных учебных действий, скажем так, несколько по-иному. И вот это вот разъяснение, что есть что, оно в тетрадях и 8, и 9 классов обязательно содержится. Поэтому разобраться со всеми этими требованиями ребятам будет вполне по силам. Ну вот я привожу буквально несколько заданий здесь, значит, несколько заданий здесь в этой презентации, но показываю, что задания эти действительно уже отличаются в соответствии с возрастом ребят от того, что предлагалось им в 5-6, например, классе. Вот, смотрите, одно из заданий, например, по теме «Климат», которое может использоваться в теме «Климат», которое может использоваться, например, непосредственно при изучении регионального раздела курса географии 8 класса. Вот, например, факторы формирования климата Дальнего Востока. Что еще я хочу сказать, на что обратить внимание? Вот ведь у нас, в принципе, теоретическая составляющая географии, как ни парадоксально, она не слишком углубляется и развивается, например, в курсе, от курса 7 класса к курсу 8 класса. Даже сейчас еще при нынешней программе и 6 класса. То есть мы знакомить должны ребят с факторами, формирующими климат в 6-м. Потом факторы-то не меняются, мы эту теоретическую составляющую изучаем в 7-м. А потом, когда мы изучаем климат России, мы опять говорим, в принципе, о том же самом наборе климатических факторов. На что вы можете сказать, что они что в 6-м не знают, что в 7-м плохо в этом ориентируются, что в 8-м постоянно забывают?
что на самом деле действительно иногда соответствует действительности. Но здесь рассматривать эту ситуацию можно тоже, в общем, с разных точек зрения. И одна из этих точек зрения, что просто надоело поговорить про одно и то же. Потому что вот в 7 классе, например, про крайние точки материков твердили, хотя очень многим ученикам остается непонятным, для чего вообще они нужны. А когда начинаем изучать географию России, опять те же крайние точки, и можно поймать возглас кого-то из детей, который говорит: о, опять про одно и то же. Вроде как слышали, толком не знаем, но тем не менее все равно надоело. И вот поэтому задания, которые представлены уже в 8-9 классе, да, они опираются на знание тех же самых климатических факторов. Безусловно, других у нас нет. Но я старалась разнообразить задания с точки зрения содержания, когда та же теория, но она как-то по-другому должна применяться на другом, по крайней мере, учебном материале. И вот, пожалуйста, вам прочитайте фрагмент из книги «Путешествие в Уссурийском крае». Отметьте основные тезисы, выделите основные особенности климата и причины, которые выделяет в данном случае Пржевальский. И там будет несколько такое интересное отличие формулировок, которые значит, он использует для описания климата. Текст небольшой, текст, отражающий, безусловно, особенности климата, в данном случае Уссурийского края, а можно взять шире, в общем-то, и территории Дальнего Востока. И действительно, как мне кажется, в общем-то, с интересом вот на эти самые климатические факторы с другой точки зрения посмотреть. Ну вот, первое идет влияние моря, значит, дальше, собственно, рассматриваются другие факторы, и ребятам предлагается составить карту-схему для того, чтобы влияние этих факторов показать. То есть, еще раз я хочу подчеркнуть, что все задания, которые представлены в тетрадях, они очень такого широкого спектра с точки зрения времени, которое можно на них затратить. Их можно выполнить, что называется, ну вот не приходит в голову как бы другого слова, поверхностно, хотя это, в общем, не совсем правильно, потому что каждое задание, оно формирует знания о рассматриваемом объекте, явлении или там геологическом, географическом процессе, да, но это может быть знание, которое действительно вот, так сказать, вот такое только, один пласт этого знания. А если мы уделяем больше внимания, если мы даем индивидуальные задания на этой основе, то мы можем выйти на проектное задание, которое ученик будет выполнять уже и работать над ним большее время, но и результат получит другой, и это может быть уже результат, который будет в дальнейшем представлен на какой-то там конференции, на неделе географии. То есть результаты разные могут быть, и вот это вот я хочу, в общем-то, действительно вот еще и еще раз подчеркнуть. Ну и вот несколько минут осталось у меня. Вот в презентации приведены задания. Одно задание я привела из тетради 9 класса. Но вы видите, что задание, в общем-то, уже такое действительно очень связанное с современностью, касающееся такого очень больного вопроса. Это вопросы строительства крупнейших гидроэлектростанций, соответственно, связанных с ними водохранилищ, затопление территории, куча, в общем-то, проблем, которые могут совершенно по-разному трактоваться. И вы видите, что вот здесь вот появляется еще одна рубрика в тетради 9 класса, это дискуссионный клуб. И здесь вот, если вы прочитаете этот текст или потом вернетесь к этому тексту, это вот фрагмент указан здесь, то здесь суть в чем? Вот, пожалуйста, две точки зрения. Точка зрения переселенцев, местных жителей на проблему строительства Богучанской ГЭС и точка зрения строителей, точка зрения проектировщиков, точка зрения энергетиков. И вот, собственно, вопрос для учащихся, вот, так сказать, познакомившись с этим. Вот у вас, наверное, сложилось какое-то собственное отношение к прочитанному. Что ваше внимание привлекало? Чья точка зрения для вас ближе? Что, на ваш взгляд, большая малая родина для тех, с кем встретились авторы этих заметок?
И вот мне кажется, это тоже уже такие вот уже глубокие интересные задания, которые могут привлечь внимание девятиклассников к изучению географии и говорить с ними уже не только вот о сугубо такой чисто географической нашей составляющей, но все больше и больше говорить о том, что нас окружает, формировать определенную гражданскую позицию, предлагать ребятам формировать собственное мнение по тем или иным вопросам. А какая-то, так сказать, содержательная основа для того, чтобы, ну, начать эту работу, она в тетради есть. Она есть что в тетради 8 класса, что в тетради 9 класса. Я привела только, конечно, очень небольшой объем, очень небольшие примеры заданий, которые есть в этих тетрадях. Но я надеюсь, что, в общем-то, вы заинтересуетесь ими и на эти тетради посмотрите. Ну вот я вижу чат, вижу ваши отзывы. Большое спасибо за теплые слова, которые вы пишете. Ну вот, как и было на нашем предыдущем вебинаре, вопросов по-прежнему нет. И как тоже иногда говорят, что когда нет вопросов, это может быть два варианта. Да? Либо, значит, все понятно и замечательно, либо вариант другой, но вариант этот я называть не хочу, потому что надеюсь, что мы с вами работаем по первому варианту. Поэтому я искренне благодарю всех участников, потому что вот вы, значит, написав эти слова, свое участие тоже показали, продемонстрировали. Ну, надеюсь, что вебинар этот у нас с вами не последний. И если будут вас интересовать какие-то темы еще, то пишите в издательство, пишите отзывы. Я вот на данный момент уже заканчиваю, потому что, ну, вот то, что я хотела сказать об этих тетрадях, вот я сказала. И вот, пожалуйста, еще, так сказать, вся серия учебных тетрадей с адресами, с кодами, о которых я упоминала. Вот перечень тетрадей, направленных на формирование универсальных учебных действий. На этом сегодня мы заканчиваем. Большое спасибо. Всем здоровья, прежде всего, в наше такое своеобразное время. Успехов, творчества и благодарных учеников. До свидания.